Конкурс проводился в этом году на Кубани в 16 раз. Он является годовым итогом всей военно-патриотической работы, проводимой в Краснодарском крае в учреждениях образования, поисковых общественных организациях и отрядах, молодежных военно-патриотических клубах и объединениях, учреждениях культуры, в средствах массовой информации. Основными задачами являются совершенствование работы, более полное использование возможностей, повышение качества и эффективности мероприятий военно-патриотической направленности. На конкурс прислали более 400 работ со всего края, которые оценивала специальная комиссия. Это рефераты, плакаты, видеоматериалы. Главное условие – все они должны рассказывать о воспитании патриотизма молодого поколения. Заместитель директора Департамента по делам казачества и работе с военнослужащими администрации Краснодарского края Александр Марченко выступил с приветственным словом. Я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что вы преодолели трудности и невзгоды нашей суровой кубанской зимы, все-таки нашли возможность прибыть на это итоговое совещание. Пожелать всем мира, добра, всего самого хорошего. Но если у меня возможность не предоставится, хочу поздравить всех присутствующих с наступающим Новым годом. И пожелать всего самого доброго и до встречи в Новом году. Спасибо. Грамоты Министерства образования и науки Краснодарского края наградили Анапский сельскохозяйственный техникум. По словам замдиректора по учебно-воспитательной работе Натальи Дядюра, данная грамота – заслуга всего педагогического и студенческого коллектива техникума. Столько ждали этого конкурса, столько работали над этим конкурсом, поэтому ощущение радости, счастья того, что мы добились результата, хотя бы пока грамотой Министерства образования и науки Краснодарского края за активное участие. Победителей и призеров конкурса наградили почетными грамотами от администрации Краснодарского края, а также дипломами и кубками. Руководителям учреждений, где проводится активная работа по патриотическому воспитанию молодежи, организаторы вручили нагрудный знак «Патриот Кубани». Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа регион, Краснодар.